Доброго здоровья, уважаемые зрители. Итак, начинаем мы сейчас, заряжаем батарейку. Итак, включаем, значит, секундометр. Вот, и включаем кнопку. Вот, на счетчике риска, вот видите. По риску стоит. Заряжаем вон синюю батарейку, и вон тем, вот на полу лежит. Упрямительно 1,67 ампера. Итак, стартуем на 3 минуты. Старт. Стартуем 3 минуты. То есть упрямитель заряжает долго, но не тратится это самое топу. То есть батарейку, я думаю, часов 5-10 придется заряжать. Не менее того. Она где-то на 300, на 400 ватт. А проработает, если я 5-10 часов проработать, допустим, на компьютер вот свой подключить и монитор, проработать часа 3. То есть 3 раза. Заряжать будешь 3 раза больше. Но зато на халяву. То есть не тратя. Зарядка идет возвратным током. То есть идет возвратный ток. Сейчас 3 минуты, даже может 4, посмотрим. Нет, 3 минуты. А там вот замеряем. Замеряем. Двенадцать двадцать восемь всего. Пока. То есть зарядка идет медленно. Очень медленно. Заряжать, наверное, часов 5-10 придется. Ну, проверим это, если будет нормально. Сейчас реле подойдут. Поставим сюда реле. Времени. Исходя вот из этих показателей, сколько здесь, зарядку сколько отстаивается. Опять зарядка отстаивается. Это пока временно, а дальше нужно делать, чтобы отстоя не было. Вот сейчас в чем загвоздка, пока не выходит, будем дальше работать. Чтобы отстоя вообще не было, чтобы работало и работало. И не тратился на возвратной энергии, в этом смысле. Пока так, пробуем так пока. Ну вот, 3 минуты. До 4 догоним. Посмотрим, сколько назад будет идти. Заряжается, вот, как я говорил, выпрямитель на полу. Тут еще хитрость в чем, выпрямитель на 24 вольта. А батарейка на 12. То есть это специально сделано, чтобы на разнице токов обратка была хорошая. Ну вот, до 4 дотягиваем. 45. Здесь выключаем. 4,1. Вот он, счетчик, видите, отошел. Сейчас должен вот сюда встать. Включаем. Обнулить, включить. Посмотрим, за сколько секунд он назад встанет.
Так. Стоп. Вот он встал, видите, встал назад. Итого 32 секунды. 32 секунды. А 4 минуты. Сейчас мы... 4 минуты это 240 секунд. Вот, записано. 4 минуты, вот. 4 минуты, вот. И одна. Это перед тем. 4 минуты и одна, вот она. Вот. А это 0,32 и 8. Значит, 33 секунды. 4 минуты это значит. 4 минуты это у нас. На 60 помножаем, 240 секунд. Ну вот, 60 помножить на 4. 240. И делим на 33. Седьмая часть. 7,27. Ну, седьмая часть, значит, то есть на 1/7 часть зарядка будет длиннее. То есть, допустим, заряжать 10 часов, а еще прибавьте 7 часть от 10. Час, ну 2 часа, то есть вместо 10 12 часов заряжать. То есть заряжать на 2 часа по такому методу. Ну а плюс, то есть не тратится. Не тратится это. Энергия. Бесплатно. На этом заканчиваю. Будем продолжать, чтобы создать систему. Сейчас вот сколько у нас? 1/7 часть отключается. А нужно создать, чтобы ничего не отключало вообще. Работало, работало. На этом заканчиваю. До свидания.